Всем большой привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Юля. Сегодня с вами пойдем в магазин Фикс Прайс. Это город Курск, проспект Вячеслава Клыкова. Посмотрим новинки. Всем желаю приятного просмотра и спасибо за лайк. Заглянули мы с вами в канцелярию и сразу бросились в глаза мне вот такие фигурные штампики детские для детского творчества. Какие же они все-таки классные все. 55 рублей есть дракошки. Яички. Еще какие-то интересные. Тоже какие-то бегемотики. Вы только посмотрите на эти фигурные мелки в форме домиков. Здесь их 10 штук. 10 мелков. Они легко разбираются и собираются. И стоят 77 рублей. А вот такой набор ластиков, 5 штук, также 55 рублей, в разных формах. Очень удобно, что у него в серединке вот такая пластиковая основа. Очень удобно будет держать в руке. Фигурные ручки-линейки, 55 рублей, черные чернила и красные чернила. Вот этот товар подойдет для любителей рыбалки. Это сухарь бисквитный, рыболовный, мотыль и опарыш. Добавка к прикорму. 77 рублей 500 грамм. Мужские трусы боксеры. 99 рублей. Размерный ряд здесь есть. Вот в данном случае я взяла 44-46. Также 52-54. Между собой они еще отличаются по окантовке резинки по цвету. Состав хочу вам показать. 95% хлопок и 5% эластан. Очень большой выбор женских трусиков. Они разные по размеру. Цены 99 есть, если поменьше размер будет. По 77 рублей. Очень все красивые, ажурные. Хороший размерный ряд. Сделаны очень ровно, все швы хорошие. 54-56. И состав здесь 95 хлопок и 5% эластан. Модельки есть разные. И цветовая гамма также. Новая модель перчаток женских, 149 рублей. Посмотрите, какие милые сердечки на двух пальчиках. Вверху махрушечка, пушистенькие. Есть светлые расцветки, есть темные. Кофта женская с длинным рукавом, 199 рублей. Но хочу сказать, что они все маломерят и 48 размер. Далеко не 48, наверное, на 44 будет идти. Только серые. На рукавах манжеты. Кейсы для планшетов. Появились новые расцветки, новые дизайны и рисунки. По 199 рублей они. Покажу вам, какие еще есть у нас. Подушки дорожные, появились новые расцветки. Теперь они еще есть в полоску. Причем с красным и с коричневым цветом. 199 рублей. Смотрите, какие прикольные носочки я нашла. 99 рублей у них цена. Размерный ряд с 36 по 38. В составе 88% хлопок и 11% полиэстер. Красивые пушистые носки со снегирями. 99 рублей. Причем я вижу, что размерный ряд такой хороший. Хоть и написано с 36 по 39, но они очень хорошо тянутся. Детские носочки тоже очень милые. По 99 рублей. Хлопковые. Здесь две пары.
Смотрите, какой красивый, просто расцветки какие классные, цветовая гамма шикарная. Как и девчонкам, так и мальчишкам можно подобрать. Для творчества у нас особо ничего нового нету. Наборы вот такие вот есть за 199 рублей, но они уже давно. Далее еще есть алмазная вышивка по 99 рублей. Милые девчонки. Есть еще лимончик. Покажу, что входит в этот набор. Полотно 20 на 20 сантиметров, канва, палочка для нанесения, диск и мозаика. Еще есть наборы для вышивания крестиком. К сожалению, не указана цена, но есть, что входит в состав: канва, нитки, иголка и инструкция. Всего два набора висит. Еще есть интересный набор для творчества и безопасности. Легко, быстро и надежно. Три комплекта для самостоятельного изготовления маски. 99 рублей. Наборы губок 50 рублей. Две губки в комплекте. Красная и голубая. Губки для тела фигурные. Мягкие, поролоновые, обычные. Снова в продаже приспособления для сушки трикотажных изделий. Удобно сушить трикотажные вещи. 99 рублей. Корзина вот таким вот образом раскладывается. Цвета окантовки есть зеленый, бежевый и голубой. Коврик для ванной комнаты 149 рублей. Только красный, сзади присоски. 68 на 37 сантиметров. Небольшой. Новая серия керамических ножей. К нам тоже она поступила. 55 рублей. Длина лезвия 8,5 сантиметра. Кухонный нож для овощей и фруктов. Сам он размером 19,5 сантиметров. И в состав входит нержавеющая сталь, полипропилен. Ручки есть разные. И ножи тоже есть разные по своей длине. 77 рублей стоит побольше. Размер лезвия у такого 15 сантиметров, а сам он 28 сантиметров. Большой такой. Из этой же серии появились вот такие вот открывалки. Смотрите, какие цвета. А также ложки чайные по 50 рублей. Светленькая тоже есть. Нож для пиццы 55 рублей. Белые тоже вот есть, вижу. В общем, целая такая серия к нам тоже пришла, мраморная вот эта. Вилка 55 рублей. Очень достойное, кстати, качество. Она тяжеленькая. Посмотрим состав. Нержавеющая сталь, АБС, пластик. Черные еще вилки есть. Овощечистка с керамическим лезвием 50 рублей. Только белые. Вот такой еще есть нож. Он стоит 199 рублей. Керамическое лезвие. Сам нож будет 23,5 сантиметра по размеру, а лезвие 12,5 сантиметров. Из этой же серии лопатки кухонные 55 рублей. В зеленом и в белом цвете. Еще даже толкушки вот вижу, что есть. Вот они. Толкушки по 77 рублей. Цвета пока разнообразные, ручек. Половники 55 рублей. Даже есть подставка, чтобы он не падал.
А удобно поставить на стол. Петелька тоже есть, удобно. Венчики по 55 рублей, 27 сантиметров размер. Кулинарные кисточки 55 рублей. Снова появились в продаже наборы форм для печенья. Звездочки 7 штук, разные они диаметром, 77 рублей. Нержавеющая сталь, это состав. Подставки под горячее 99 рублей. 20 на 15 сантиметров, доломит и пробка входит в состав. 4 красивые расцветки, сейчас вам все покажу. Есть потемнее, есть посветлей. Сзади у всех пробка. Подставки для ножей по 99 рублей. Посмотрим, что здесь у нас. Полипропилен и полиэтилен входят в состав. И вот такие вот тут отверстия. Кстати, есть внизу отверстие для слива водички. Цветовая гамма у нас в трех цветах. Бутылка с дозатором для соуса на 550 мл, 77 рублей. Мягкая. Делает Китай, полиэтилен входит в состав. Новая серия посуды. Посмотрите, какие красивые бокалы, стопки. Окантовка также золотая. И красивый очень орнамент под ней. Пока все еще есть в наличии. Бокалы для вина 77 рублей. Бокалы для шампанского 77 также. А вот такие стаканчики разбирают. Осталось их всего 6 штук. Здесь у нас 55 рублей. Ну, действительно очень красиво смотрится. Стакан для виски 55 рублей. Рюмки по 55 рублей. Кружки. Новые серии в продаже появились. Большие. Очень удобно держать в руке. На 470 мл. Это фарфор. Вот цены, к сожалению, не указаны. И есть еще вот такие поменьше. На сегодня свой обзор я буду заканчивать. Спасибо за внимание, за лайк и подписку на канал. До новых встреч. Всем пока!